Москва. Советское телевидение и радио передают новогоднее поздравление советскому народу, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. Дорогие товарищи, друзья, Центральный комитет партии и советское правительство уверены, что и в новом 1974 году, когда нам предстоит решать не менее сложные и ответственные задачи в развитии страны, советские люди, беззаветно преданные своей любимой родине, вновь покажут пример коммунистического отношения к труду. И снова через светлые окна телеэкрана время войдет в наш дом, чтобы рассказать о себе. И снова советское телевидение и радио будут вести электронную летопись века. Какие-то ее страницы сберегут киноленты и магнитные пленки, что-то сохранит наша память, но всегда будет звучать «Говорит и показывает Москва». Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Потому что сегодня само время разговаривает голосом Москвы.